В экспозицию вошли живописные и графические произведения, витражи и инсталляции. Всего более 50 произведений, 19 художников. По замыслу автора, эти работы отражают тесную взаимосвязь поэзии и изобразительного искусства. Арт-группа «Станция» была основана в 2012 году. Основной ее состав – это выпускники Сочинского училища искусств, Сочинского института моды, бизнеса и права, Госуниверситета туризма и курортного дела. Позже к группе присоединились молодые профессиональные художники из других городов России, живущие в Сочи. Выставка будет открыта до 9 апреля.